9 мая на кладбище в одной из могил был обнаружен прикопанный пакет для мусора. В полиэтилен был завернут труп новорожденного младенца. Следственным отделом по городу Соликамску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно по факту обнаружения трупа младенца в городе Соликамске. Отчего действительно умер младенец и как его труп оказался на кладбище, пока неизвестно. В этом разбираются следователи, проводятся специальные экспертизы. В роддоме нас заверили, что все новорожденные поставлены на учет. Скорее всего, младенец появился на свет в домашних условиях. Могу сказать единственное, что данная женщина не стояла в учете в нашем учреждении. Если эта женщина родила у нас, то в первую очередь мы соблюдаем определенный механизм. Передаем, во-первых, в детскую поликлинику информацию, чтобы сотрудники поликлиники чаще выходили к данной группе женщин на дом. Также передается в КДЛ информация и в ОДН. То есть женщина, будем так говорить, под серьезным контролем находится. Что касаемо данной ситуации, явно, что женщина, которая родила и закопала ребенка на кладбище, не наблюдалась в нашем учреждении. Следователи следственного отдела уже задержали женщину, подозреваемую в содеянном. Если ее вина будет доказана, ей грозит срок лишения свободы до 5 лет.